Ничего не получается с этим грандкором. Как делаю, не делаю. Все не то. О! Ты кто? Че с маской? Ты че так вырядился? Снимай ее. Снимай, говорю. Ты че? Нет. Ты кто? Можешь звать меня господин Грайн. Ты че? Я здесь, чтобы помочь тебе написать настоящий грайн-кор трек. Будем делать трек на мобильном телефоне в программе Music Maker Jam. А, да? Я покажу, как создать сначала рок-трек в программе Music Maker Jam. Сделаем темп его выше, так как в предыдущем ролике они были сильно замедленные и достаточно не похожи на стиль грайн-кор. То есть там было жестко, там было мясо, но не так быстро, как нам нужно. Ну давай попробуем. Собственно, здесь, в этом видео, попытки таких экспериментов делать не будем. Будем делать быстрый, стремительный, жесткий, грязный грайндкор трек. Собственно, смотри сейчас создание музыки на мобильном телефоне в программе Music Maker Jam и следи далее, что будет. Ну вот, собственно, мы с вами в программе Music Maker Jam. И поскольку у меня есть теперь вот эта вот замечательная маска от мистера Грайнда, будем делать трек более, так сказать, живым и более быстрым. Как правило, таким темпом я не пользуюсь. Обычно я беру 120, 140 здесь. Для грайндкора я поставил темп 200. И это не предел. Мы будем его еще увеличивать. Но об этом чуть попозже. Собственно, здесь я сделал три вкладочки с различными музыкальными инструментами. То есть они, гитары, барабаны, как-то меняются. То есть я по этим вкладкам перехожу. И создается у меня какой-то вот другой звук, изменение в треке. Идет он постепенно, то есть и я туда-сюда периодически скачу, чтобы трек получился более разнообразным. Вообще, в принципе, для грайндкора не нужно какое-то сильное разнообразие, поэтому можно было все и на одном написать, как сказать, на одной вкладочке, да, но я решил сделать три, то есть чуть его разнообразить. Выбор мой пал на, так сказать, металл, но не совсем. Я взял тяжелые металлические гитарные рифы, но при этом оставил гитары и ударные от, можно так сказать, панка или гранжа, то есть и чтобы они как бы были достаточно быстрые. А потом, возможно, я попробую здесь писать как-то с бласт-битом, то есть что-то сделать более еще жесткое, но этот трек сейчас звучит вот именно так, то есть он больше сейчас похож, наверное, на панк-рок, то есть гитары играются быстро, ударный тоже быстрый. В принципе, под него какой-нибудь попсовый попсовый панк, в принципе, зашел бы. Ну и вообще какой-нибудь панковский текст, в принципе, хорошо бы лег. Но у меня задача на этот ролик поставлена другая. То есть я хочу исправить ошибки предыдущего ролика, когда я делал грайндкор, и он получался грязный, он получался шумный. Но он был очень медленный. Сейчас я хочу переосмыслить и переделать это все быстрее, потому что, ну, даже 400 BPM не предел для грайндкора, и иногда там даже драм-машины используются, чтобы прям совсем быстрые, ударные были. В этом видео, вот в этом треке я решил пока это не затрагивать. Возможно, я сделаю еще ролики про грайндкор, потому что тема достаточно интересная, и мне охота в ней покопаться. Ну и, собственно, трек уже идет на завершение.
он получился не таким длинным, ну и в принципе для гранда это нормально. Ну и в конце, вот вы видите, я здесь уже убираю звук ниже, и остаются просто ударные, которые и постепенно уже меняют темп из 200, я их уронил до 60. Собственно, все, здесь закончено. Теперь смотри, щенок! Ты чё? Трек на мобильном телефоне мы записали. Он быстрый, он жесткий, но он не грязный и не похож на грайндкор сейчас в том виде, в котором он должен быть. Собственно, нам надо сделать грубое мясо со скрежетанием, шумом, с нойзом, с различными искажениями инструментов. Нам надо сделать грязно, нам надо сделать жестко. Да, сейчас будем изменять трек в программе Techno AJ 4. Смотри видео. Смотрите, мы переходим теперь во вкладку Techno AJ 4. Вот, и вы видите, как я здесь уже начинаю вживую менять трек. Уронил его по темпу ниже. Вы слышите, что звук уже достаточно такой тягучий прям стал. Вот, и это уже хорошо, потому что гитары здесь будут искажаться. Звук у них будет более грязный, более шумный. То есть темп я подниму выше и здесь, и в DaVinci потом. То есть там, то есть мы в программе Music Maker Jam поднимали темп до 200. Здесь он этого не видит, насколько здесь поднят темп. То есть я использую трек, который был изначально 200 BPM. Сейчас здесь его меняю, делаю звук более грубый, более кочевый. Выкручиваю всякие фишки в эквалайзере, чтобы поднять какие-то вот ударные, чтобы они прям сильнее бились. Атака была более жесткая у барабана, да, и подниму какие-то басовые гитарные партии, чтобы прям более жужжащее было звучание, то есть на грани с нойзом, но не совсем, то есть чтобы вот прям скрежетание было, но как бы не сильно. Можно делать и сильнее, возможно, потом я попробую делать гранд как-то по-другому. Сохраняю сэмпл, который у меня в принципе получился, мне как бы он подходит. Вот, и сейчас я беру эту дорожку, закидываю на Techno AJ 4 уже в открытое поле, ставлю 3, мне так больше всего нравится, потому что звук становится более мощным. Поднимаю все вверх и делаю темп еще выше, поднимаю темп до 180, то есть как бы он здесь прям просто улетает в космос, но не совсем, но не навсегда. Потому что в DaVinci я этот трек сделаю еще быстрее. И, собственно, здесь, в Techno AJ 4, также я буду делать и эксперименты с вокалом. Что это будет за вокал, что это будет за текст, вы увидите далее из ролика. Не пропускайте. Ну, собственно, здесь на этом все. Погнали дальше. Ну что, у тебя еще не течет кровь из ушей? Этого недостаточно. Она должна быть. У тебя должна быть кровь из ушей, из глаз, из... Все! Собственно, нам для этого нужно записать вокал, блин! Вокал! Жесткий! И сейчас мы этим займемся! И ты это будешь делать! А я это... Больше постпанк люблю, что-то вот спокойное. Может, я из этого что-нибудь попробую исполнить? Ну, типа, поорать для грайндкора и, например, возьму переведенный текст на русский язык группы Joy Division и на песню She Lost Control. Или контроль. Ну, короче, она потеряла контроль. Давай.
Вокал, блин! Вокал! Жесткий! Чего не сделаешь ради творчества. Растерянность ее взгляде говорящая. Она утратила контроль и цепляется за каждого встречного. Она потеряла контроль. Она разобрала секреты своего прошлого и сказала: «Я снова утратила контроль!» О голосе, командовавшем ей, она сказала: «Я снова утратила контроль!» Она повернулась, взяла меня за руку и сказала: «Я снова утратила контроль!» И мне никогда не узнать и не понять, почему она сказала: «Я снова утратила контроль!» Она кричала, ударяя себя: «Я утратила контроль!» Она замерла на полу, и я подумал, что она умерла! Она сказала: «Я утратила контроль!» Она снова утратила контроль! Она потеряла контроль! Она снова утратила контроль! Она потеряла контроль! Мне пришлось звонить ее подруге и объяснять, и сказать: она снова сорвалась! Она указала на все свои ошибки и сказала: «Я снова утратила контроль!» Она была такой разносторонней, пока снова не сорвалась и не пошла по краю неизбежности смеять! «Я снова потеряла контроль!» Она снова утратила контроль! Она потеряла контроль! Она снова утратила контроль! Она потеряла контроль! Смотри! Вокал записали! Трек у нас готов! Он достаточно жесткий! У меня аж крючатся пальцы от невозможности, от безысходности всего того, что я здесь сделал! Это мясо для тебя! Ты хотел, ты должен был увидеть настоящее, жесткое музло. Собственно, сейчас я твой голос изменю также в программе Techno EJ 4. И он будет грубым, даже грубее, чем у меня. Собственно, ты проорался на славу, а теперь это будет частью трека. Частью безумного ролика. Давай-ка я все это совмещу в программе DaVinci для видеомонтажа. И у тебя будет видео с этим треком и с твоим измененным вокалом. Погнали! Чтобы у тебя выходили уведомления о
много безумных и интересных роликов на канале Industrial Music. International Music. Где я, мы, он и все другие участники делают треки музыкальные различные направления. Также ты можешь переходить в плейлисты. И там ты можешь обнаружить интересные факты и увидеть страшные или не страшные. Это уже тебе решать. Аудио и видео материалы, которые я сделал с различными своими проектами. Или как агентство декларации общества. А именно эту маску, именно меня, вы могли видеть либо этого проекта. Собственно, сейчас они у вас появятся в скором времени. Рассказочка. Да, не забывай смотреть. Так как я создаю проект агентства декларации общества за развитием пиратов обощенных. Подписывайся на канал, ставь лайк этому ролику, если он тебе зашел, и пропускай уведомления. Всем желаем мира и добра. Как-то это скромно в этой маске, но это именно так. До встречи.